Тебе влетело от папочки? Это твой отец? Был когда-то. Ты извини, но он вроде как покойник. Может, у тебя и получится. Что? Что получится? Мне нужно от тебя кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Ладно. До связи. Thank you.
Итан, если ты это найдешь, я знаю, что я не могу ни на что рассчитывать после всего, что я сделала. Но я должна тебе сказать, это была не я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где! Ну и напугала же ты нас, девушка! Больше она меня не поймает. Все, да, мама? Больше, чем ты можешь себе представить. И он знает. Ты просто не понимаешь. Или тебе просто плевать? Я знаю, что вы с Зоей что-то замышляете. Думаешь, я не знаю про того парня Итана? Нет, 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 не подходи.
тобой мы были семьей. Ты! Тебе всего лишь нужно принять ее дар, блядь! Мы любим тебя, понимаешь ты это? Прими нас! Мы знаем, что многого не знаем, но тебе же просто похуй! Думаешь, Иви будет вечно терпеть твои выходки, сука? Я туда по горло твоими пакостями, слышишь? Слышишь? Что они с тобой сделали, Мия? Лучше, чем подыхать. Это 100 пудов. Это дар нам всем от моей крошки. Как видишь...